В Ульяновском центре общественного наблюдения за процессом голосования следят эксперты. Также они отвечают на вопросы избирателей, пользуясь помощью профессиональных юристов. У наших наблюдателей, которые работают в ЦОНе на рабочих местах, могут возникать те или иные вопросы, туда ли направлена камера, можно ли заходить вдвоем к получению бюллетеня и делать отметки. Моментально здесь все разрешается с точки зрения закона. Наблюдение ведется круглосуточно, смены меняются каждые 3 часа. Контролируют избиратели не только ход голосования, но и хранение сейф-пакетов. Происшествий на избирательных участках в Ульяновской области на сегодняшний день зафиксировано не было. Работа продолжается в штатном режиме. У нас 934 участка. Порядка 1500 человек – это наблюдатели от общественной палаты Ульяновской области. И около 600 человек на участках – это общественные наблюдатели от общественной палаты Российской Федерации. Поэтому наблюдение обеспечено в полном объеме. Все наблюдатели перед работой прошли специальное обучение, а помещение оснащено большими экранами и автоматизированными рабочими местами. Работу Центра общественного наблюдения высоко оценил губернатор Ульяновской области. Все организовано на самом высоком уровне. Я хочу поблагодарить всех общественников, в первую очередь членов общественной палаты, которые организовали этот процесс. На сегодняшний день не было ни одной нештатной ситуации, не было зафиксировано ни одной провокации. Это говорит о том, что регион к выборам подготовился достойно. Голосование на избирательных участках завершится 17 марта в 20:00 по местному времени. Юлия Руднева, Улправда ТВ.